Всем привет, с вами Алекс Уайт. Это у нас игрушка под названием Бои Али. Мухаммед Али, конечно же. Всем поклонникам данного спорта, да, то есть бокса, компания, разработавшая эту игру, как вы сейчас видите, Grey Matter. В 95 году она у нас разрабатывает игру, и компания Electronic Arts у нас ее выпускает. Таким образом у нас получается такой вид от первого лица, практически, да, с 3D графикой. Ну то есть, конечно, тут камеру можно переключать во многих положениях, да, то есть режим от первого лица, режим со стороны, режим получается сбоку. Ну то есть это все увидите дальше. Ну, все, конечно, полностью абсолютно до мелочей показывать, рассказывать не буду. Тем не менее, есть возможность, кто не играл, поиграть в эту игру, кто играл, вспомнить о ней и дополнить сам себе то, что я, возможно, о ней не скажу. Итак, таким образом у нас в игре присутствует три режима. То есть у нас первый режим идет, мы играем на двоих. Здесь у нас режим турнира и карьера. В карьере у нас, получается, мы запускаем режим карьеры и тем самым проходим с подряд всех подряд своих противников, практически всех, с которыми боролся Мухаммед Али. Так, режим турнира. Естественно, там выбирается турнир. Ну и на двоих, допустим, да, ладно, выберем турнир тогда. Так, здесь у нас выход в меню обратно и новая игра, да. Так, здесь нам предлагают, по-моему, из 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, даже 10, да, из 10 человек выбрать любого персонажа, за которого мы хотим играть, и любого оппонента, с которым будем бороться, да. Выберем, допустим, Али. Так, ну и с кем мы будем сражаться? Можем уже проставить. Поставим Купера, пускай. Листона поставим, всех поставим, Чувала, Фрейзера, Элиса, всех поставим, в общем, всех подряд, по скайпу и тост. И начнем. Так, у нас будет проходить в режиме турнира, как мы здесь можем наблюдать, по таблице, по такой сопернической, да, то есть, кто победил, тот будет проходить дальше по уровню, и в итоге будет дальше уже финал. Таким образом, доберемся до финала. Ну, проходить, конечно, я режим турнира не буду, просто покажу, что да как. Так, вот у нас камера переключается. Вот здесь у нас уже с видом от первого лица. Здесь у нас немного другая камера уже. Здесь уже с лица нашего оппонента. Ну, то есть тут их очень много вариантов. Наверное, тут как-то... Не знаю, сколько их не сосчитать. Возможно, их тут много. Возможно, можно включить или отключить какие-то определенные. Также здесь есть у нас режим чит-кодов. Да, то есть мы можем ввести некоторые чит-коды и увидеть фотографию разработчиков, увидеть, допустим, еще какие-то моменты. Можем отключить у нас задний фон. В принципе, вроде игра не тормозит, как бы нормально, адекватно. Вроде как более-менее отображается, да, то есть, может быть, конечно, не хватает и какой-то динамики, скорости, может, немножко, но, в принципе, что нормально вроде как. Раньше я играл в нее и проходил ее. Сложновато, конечно, в режиме карьеры было, но, в принципе, проходимо. Для начала, для новичков, конечно же, я рекомендую просто включить режим на двоих и потренироваться на оппоненте, который не будет ничего делать. То есть, да, там, таким образом вы там научитесь расценивать дистанцию. Таким образом, да, чтобы можно было наносить нормально удары, потому что если мы станем вплотную, то у нас, естественно, удар будет слабенький. Мы не сможем, то есть на дистанции нужно будет уже это учесть. А переключим камеру на другую, сбоку, которая не такая. То есть у нас тут отклоняться мы можем, блоки ставить разные. Все это, конечно, необходимо.
вертеться, отклоняться, ударять, да, то есть подойдя различным образом, да, можем расквасить оппоненту лицо, но здесь уже немного близковато, я подошел, вот в нокаут практически отправил его. И все это можно потренироваться изначально потренироваться на режиме на двоих. Он соскочил. Также у нас тут шкала усталости, да, есть. То есть, вот, например, сейчас я вот просто буду махать. Вот так просто начну сейчас. Нет, надо чуть отойти. А то я начинаю его дубасить. Ну, так как он нам ничего не делает, в принципе, конечно же. От этого не тратится у нас, вот допустим я сейчас его просто дубасю без разницы как, да. Удар ниже пояса. Первый уровень, первый раунд точнее у нас закончился. То есть, что еще могу посоветовать в игре? Ну так-то конечно тут нужно самому разбираться, все равно в любом случае, все не насоветуешь. Ну вот допустим, если конечно же вы каким-то образом растеряли все свои силы, допустим, да, там, или там получили в первом уровне нокаут, тебе там, да, вы упали на пол, то лучше, я думаю, особо сильно не стараться что-то там руками махать, так как у нас сразу же убавится, как вы только что мы видели в прошлом раунде, половина жизни, ну, не половина жизни, половина, вернее, энергии, да, так сказать. Вот, и тем самым противник, просто ударяя по нам, нанося какие-нибудь сильные удары, будет уменьшать нам выносливость, энергию нашу. И тогда точно он может просто-напросто спокойно отправить нас на нокаут какой-нибудь, и тогда уже навряд ли мы поднимемся с пола. Я, конечно, разучился не играть, давно не играл, не очень решил снять и так просто посмотреть что-то, как еще вам показать, помнить самому хотя бы. Вот у него уже нос немножко расквашенный, ну сама графика конечно такая, да, как бы, ну что, в принципе, не знаю, нормально, не знаю, критиковать, потому что она какая-то херовая игрушка, я не собираюсь. Она была в числе из первых, которая у меня появилась вообще во время приставки. Также у нас есть поле зрения, если нам будет противник наносить удары, допустим, и попадет куда-нибудь в район области глаз, то у нас начинают глаза заплывать, и таким образом у нас видимость и обзор становится сразу меньше. Ну-ка попробуем что-нибудь ему поделать. Расквасим немножечко ему. Да, разучился, конечно, вообще. Ну, надо за ней посидеть какое-то время, поиграть в нее, чтобы научиться наносить удары нормальные, правильные. Расстояние все-таки, чтобы у нас было адекватное. А то там, в принципе, ничего не делает, да, вот мы просто стоим и, по сути, боремся сами, так сказать, не с компьютером, да, а просто со вторым, как будто бы, игроком. Так, единственное, что это странновато, конечно, по-моему, я в прошлый раз, прежде чем снять видео, включал режим турнира и с ними сражался. То есть, против компьютера был почему-то. Сейчас не работает, ладно, тогда выйдем в режим. Закончим бой. Зайдем тогда, что ли? Даже не знаю. В меню тогда зайдем. Режим карьеры включим. Только что просто не ставить, пускай хотя бы нам. Ой, пускай хотя бы нас этого нокаут отправят. А то так все-таки стоишь, он что-то стоит, ничего не делает. А понятно же. Статистика боксеров. Так, это Купер у нас первый оппонент.
Так, здесь мы можем выбрать режим просмотра, то есть если мы выберем компьютер против компьютера, то, естественно, Али будет драться с Купером, боксировать. Так, ну ладно, мы сами пробуем это делать. Если при помощи титкодов отключить задник, то, возможно, какие-нибудь подлагивания небольшие в игре, они у нас, в принципе, исчезнут. Опа, вот, вот он взял, отклонился. Да, к дистанции привыкать нужно, конечно. Там где-то мы... Так, он нас тут зажимает в угол. Отходим, отходим, отходим назад немножко. А камеру надо переключить. Только не вижу камеры. Другая. Другая. Что ж так много-то их тут? Ну, а тут он нам прописал уже, успел. Закроем лицо. Не бей нас, пожалуйста. Не бей, пожалуйста. Ну, таким образом, грубо говоря, сражаясь, мы будем проходить, конечно, если сможем, всех его соперников, всех оппонентов, с которыми он за свою историю боксерскую прошел, да? Вот у нас уже не слюни потекли, уже кровь пошла. Лучше, конечно же, стараться отклоняться от ударов, не просто тупо махать, допустим, на здесь так вот нажимать. Так, он вот у нас разбил нам уже глаз немного, переключимся на первый вид. Вот о чем я и говорил. То есть у нас, так, у нас какая-то текстура непонятно появилась. На приставке у меня этого не было. Ну, таким образом он подбил нам правый глаз, и у нас получился уже обзор, видимый стал меньше. На тебе. Только попробуй встань, смотри, встал ведь. Давай, давай, отклоняйся, отклоняйся. Если сейчас удастся нам грубить его еще раз, то тогда уже есть вероятность, что он не встанет. Так, так, тихо, тихо, сейчас нас еще вынесешь. Отходи ты назад немного, отходи. Да что ты прилип-то к нему? Он нас что, зажал в углу, что ли? Ох ты, полетели, посыпались удары-то. Хватит обниматься, там уже стоять. Так, отходим, 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 отходим. Так, вот у нас... Ну, зрелищности, конечно, здесь... только вы уж не увидите, я... Драчил в него, не сидел, не играл, конечно же. Вот, ну, в принципе... Раньше получалось довольно-таки неплохо проходить это все. Ух ты, как он прилетел от нас. Ух ты, еще раз, смотри, как пропустили удар. Так, ну я, конечно, тут не защищаюсь, не открываю, ничего. Просто на дурака машу. Так, ну что, всего лишь что мы сделали, это ему расквасили немножко. Так, ладно, отойдем. Да, кстати, лучше же, конечно, стараться в нокаут отправлять противника до того, как закончится раунд. Иначе после того, как у нас закончился раунд и начнется следующий бой, у нашего оппонента восстановили силы. То есть нам проще его все-таки добить. Что ты прилип-то ко мне? Так, переключу немножко камеру. Их, с этими камерами беда. Давай, давай, отходи назад. Хватит обниматься, отходим назад.
Эх, сейчас бы ему с правой стороны пропилить. Ладно, пропустил я. Момент этот есть. Слишком близко стоим, надо немножко подальше отходить. Удары слабенькие получаются. И вынести его так нокаут будет нереально. Все, что мы сможем из близкого расстояния сделать, это только единственное, что если куда-нибудь ему в печень там дать, не знаю, пах там куда-нибудь. Да, если мы часто, конечно, будем это делать, то нас просто дисквалифицируют. Поначалу я как-то только включил первый раз, помню, игру. Подходил к оппоненту и начинал просто на периодически так, как это, как швейная машинка, тыкать по всем клавишам. В частности по АБ. Но если мы кратковременно нажимаем на кнопку, то у нас удар незаконченный получается. Так, что это у нас было? Я-то понял, что таким образом мы его отправили, видимо, два раза нокаут и победили. То есть не пришлось нам там проходить все бои. Сколько там их раундов? 12, по-моему. Я, конечно, не любитель бокса смотреть, но тем не менее. Так, выйти, выйти. Ну, то есть вот такая вот у нас игра. Что у нас режим? Истории. Ну, в принципе, вот как-то так рассказал, конечно, много чего, может быть, упустил, но тем не менее, что если кто-то из вас не играл в эту игру, советую попробовать, поиграть. Здесь у нас хроника, можно поиграть с кем-то там, с этим, с Листоном, например. Так, ну, ладно, в принципе, тогда, наверное, на этом такой небольшой осмотр игры закончу. Всем спасибо за просмотр, всем пока, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. А для тех, кто не ушел и не отключил, на моих словах, я немножко оставлю бой компьютера против компьютера и посмотрим, понаблюдаем за ними, как они немножко поборются. Ну, выиграть, в принципе, должен, победить, точнее, должен Мухаммед Али у нас. Как раз переключаем камеры, посмотрим, как это все будет, чтобы не отвлекаться на это все. Так, ну-ка, переключим мы на оппонента, посмотрим, как он у нас удары получает от Мухаммеда. Пока все улыбчивые такие, да? Все улыбаются, слюни и сопли летят в разные стороны. Переключим камеру немного. Включим в таком привычном режиме. Немножко посмотрим. Теперь до конца первого раунда. И на этом уже точно закончу небольшой осмотр данной игры. Вот хоть и вроде бы компьютер против компьютера, да, вроде бы играет, и несмотря на это, они все равно близко вплотную друг к другу стоят. Так, что-то у нас Али сдает позиции. Интересно, это у нас просто хаотично. Хаотичный такой бой, или он и будет у нас по историческому идти. То, типа вот Листон, например, напирал на Али, но рано или поздно тот ему прописал парочку
вещей, да, и он ушел мордой в пол. Вот и, в принципе, все тогда. На этом уже точно закончим. Спасибо тем, кто остался и посмотрел дальше. Подписывайтесь, смотрите следующее видео. Всем пока-пока.